Здоровчики, ребятки, с вами Хася. Давненько мы ждали этот танк, и он наконец-таки появился в Блице. Это коллекционный танк 9 уровня Кобра. СТ-шечка с хэшами. Муа, просто конфета. И, конечно же, сейчас я его открою. И микро-новость для вас. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, на канале сейчас идет стрим на продление, где зрители могут продлевать стрим. Мы там будем разыгрывать каждый день. Ну, не знаю, сколько будет идти стрим. Будем разыгрывать подарки для вас. Плюс продлевать стрим можно за лайки, за подписки, короче, полный приколдес. Приходите на стрим, а также по ссылке в описании можете поучаствовать в розыгрыше 5 премиум танков. Ну что же, не забываем про нашего спонсора, это компания OneX, у которой лучшие коэффициенты на матче, регистрация в один клик без паспорта, пополнение без комиссии и вывод без потерь на большинство платежных систем для новичков дает до $550 на первый депозит. Погнали в Tanks Blitz и откроем эти контейнеры. Посмотрим, сколько стоит, чё кого, какой шанс выпадения, получится у нас или нет, не знаю. Ой, господи, господи, ай, блин. Tanks Blitz, тут донату нет границ, оу, ю. Итак, что у нас по цене? 3 контейнера, 4000 голды, 15 контейнеров, 22500. Коллекционочка 9 уровня, все правильно, можно достать 10 тысяч голды. Камуфляж, кобра. Что это такое, боже мой. 5% шанс выпадения, ну, компенс, соответственно, 5000 золота. Это логично. Да вы что гоните? Не, ну как бы, ну по цене, ладно, я ничего не говорю. Вы что гоните? Что это за чмо такое, а? Чё он так выглядит? Ну нет, он в принципе выглядит как чмо такое, чмошноватое, да? Но камуфляж это капец. Ладно, давайте откроем за 22500. Блять. Ну я сейчас еще веселенький, стрим-то еще не начался, он стартует через час где-то. Так что я сейчас буду еще не весел, если из 15 контейнеров не достану танк, ну капец. Я поиграл на Кобре пару боев, в топе прям интересная машинка, вопросов нет. Все-таки хэшами можно там делать а-та-та, больно, но в топе, ой, ну в топе против топовых танков 10 уровня, конечно, не фонтан. Слушайте, ну 22500 это не шуточки, если что, у меня 12 контейнеров, я бы хотел, в принципе, еще и камуфляж достать, а вот этот танк! Да ты чё, блядь, ты чё, блядь, я 4 контейнера открыл. У меня шиза, да, я не хочу доставать в самом начале, но я хочу достать в принципе танк. Да ты, блядь, прикалываешься или что? Так нахер я покупал 11, 15, сколько, 15 штук, нахер я их покупал? Ладно, можем еще компенс. Ну, чтобы мне отбить 22500, мне нужно там, я не знаю, 4 танка достать. Ну это ж бред. Ну камуфляж, хотя, ну, не знаю, вот сейчас мне по барабану выпадет камуфляж или нет, но он чмошный какой-то. Блять. Ну, как бы голды-то дай. Голды дай, 10 тысяч желательно. Блять, что за издевательство. Хрен с ним с камуфляжем. Голду, 10 тысяч голды гони. Пиздец, он вообще ничего не дает. Ну, то есть танк дал за 22500, нахрен он мне нужен. О. Ебать. Вот это жир. Два нулика пририсуй, дурак. Ладно, 5 контейнеров еще есть, может быть, кто знает. Я знаю. Блять, ты дурак, ты можешь что-нибудь, кроме трех этих вот уродов, давать мне? 4 дай хотя бы. О, полетело. Ай, блять! Сука, блин, камуфляж еще ебаный выпал, блин. Тварь, паскуда. 10 тысяч голды. Блять, показало, что 4 вылетает. Ладно, последний контейнер. 10 тысяч голды! Да, блять. А, ну, смотрите, то есть я достал... Так, ну смотрите, то есть я достал танк. Где он находится? Вот он. Блять, ну он выглядит, конечно, ультра-петушина. А вот так он выглядит еще хуже. Ну что ты будешь? Ну что, нельзя было нормально нарисовать какую-нибудь кобру, чтобы там такая змея была злющая? Ну что это за урод, а? Боже мой. Ладно, на стриме мы обкатаем его, посмотрим, что за тело, что он умеет. Ну я знаю, я вам покажу. Так что заходите на стрим, переходите по ссылочке в описании, участвуйте в розыгрыше. Всех рад буду видеть и всем пока. Ну что прощаться-то, мы с вами там увидимся. Стрим идет 100% сейчас. Пока!